Друзья, всем привет! Датчик спидометра вот здесь расположен, на раздатке. И он у меня не работает, спидометр. Конечно, не будет. Раз провод, два провода оторван. В общем, что делаем? Покупаем новую и ставим. Я попробую эту старую сейчас. Старый разъем посмотреть. Че он как? Может, получится собрать. Так-то цена вопроса невелика. 100 рублей. Еще надо и в город ехать за ней. В общем, посмотрим. Если что, попутно поеду, потом куплю. Но в любом случае сейчас открою, посмотрю, может, получится собрать. Хотя вряд ли, наверное. Штекер обратно собрал. Ножовкой по металлу отпилил вот этот вот кусочек. Ну, отсюда вылезли вот такие силиконовые уплотнители, чтобы пыль, видимо, внутрь не заходила. Вот. Ну, я обратно, получается, связал провода. Вот. Изолировал термоклеем. И сейчас там все красиво. Сверху термоклея еще изоленту намотал, чтобы не так, ну, на глаза бросалось. И, в принципе, сейчас все супер стало. Давайте сейчас покажу. Как новое стало. И вода не будет попадать в грязь. Как говорится, последний ремонт.